опять не нацепили эти уши. Сегодня Леди Баг и Супер Кот... Сегодня Леди Баг и Супер Кот, это мы за них играем, должны будут сразиться с целыми двумя боссами и постараться убежать от еще одного третьего босса. Так что, ребята, не пропустите, это будет очень интересно. Также вас в этой серии ждет небольшая сюрприз. Не буду говорить что. Короче, сюрприз. Не пропустите. Хотя, наверное, они не идут. Непогода, не трогай меня! Ты знаешь, я позову Леди Баг и Супер Кота, они тебе покажут. Пузырь, не трожь меня. Я позову Супер Кота, и он проткнет тебя своим когтем, и ты лопнешь. Леди Вай-Фай, я убегу. Итак, нас сегодня ждет битва с супербоссами. Один побег от супербосса, это не важно. Потом одна сюрприз, сюрприз и одно необычное прохождение уровня. Я думаю, пора начинать. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем привет! Вы на канале... Папа и Дочки. Да. Эти ушки как раз для меня. Я же как типа суперкот, что ли? Леди Баг, не подведи меня. У нас с тобой битва с непогодой. Все, давай, мочить эту непогоду. Справишься с ней, я надеюсь. Давай. Ага, вот. Нет, мы пока только от нее убегаем. Ничего, мы настраиваемся, смотрим ее способности. Что она может делать? Она может делать вихри. Это смерч. Смерч и вихри, это одно и то же, Рита. Да. Все, давай тренируйся, Риточка, потому что нам предстоит с ней сразиться. Так. Опача. Так, Маргарита, как-то у тебя не получилось. Да. Давай-ка еще разок. Итак, Леди Баг и Супер Кот убегают. Убегают. Так, побежали. Давай. Страшное дело, вихри. Что будет, если он засосет? Будет, наверное, очень неприятно. Так, сюда. Отлично, уже 16, 18. Все, мы держимся. Отлично. Так, и здесь выдержали. Есть! Мы победили! Точнее, мы сбежали, да. Давай не будем от нее бегать. Давай ей настучим. Давай. Тук-тук-тук. Все, готовься, непогода. Тебе пришел полное поражение. И в этот раз вступает в бой Супер-Кот. Рита, ты, значит, играешь мышкой, будешь щелкать, а я буду убегать. Это победить непогоду теперь. Да, мы сейчас будем побеждать непогоду. Все, непогода, в этот раз тебе не удастся нас победить. Итак, Супер-Кот больше не убегает. Он теперь догоняет. Так, отлично. Первый удар, второй удар, третий. Выдержали. Супер. Так, вихри. Так. Сюда перемещаемся. Сюда. О, молодец, Рита. Ты разнесла эту штуковину. Лед разнесла. Ага, я в безопасности. Бегу. Так, это еще сколько льдинок надо уничтожить? Сноси. 7, есть. 7 льдинок. Отлично, Маргарита. Молодец. 8, 9, 10 уже. Отлично. Я ни одну не пропускаю. Непогода. Ты сейчас у нас получишь. О, ничего себе. Меня Леди Баг спасла. Спасибо, Леди Баг. Так, отлично. 13 уже побед. 13 раз мы справились с ее зелеными штуковинами. Давай еще один раз. Отлично, 14. Давай. Чего ж ты боишься, а? Давай. Есть. Что, еще надо, что ли? Ты не попала. Вот, 15. Да, получил. Молниями ее вот так вот затрясло нашу. Так, достаем Акуму. Хватаем, короче, и превращаем ее в бабочку. Мирную, хорошую бабочку. Мы освободили ту, которую захватил бражник, и она стала непогодой. Все. Отлично. Идем. Ребята, а теперь будет необычное прохождение уровня. Нас не будет, но он будет лететь стремительно и быстро. Вы потом в комментариях напишите, понравилось вам такое прохождение уровня или нет. Поехали.
Ага, и так он превращается в суперкота и сейчас стремительно побежит дальше. Есть! Вот так вот, суперкот на супер ускорении прошел этот уровень, ребята. Если вам понравилось такое прохождение, обязательно поставьте пальчик вверх, напишите в комментариях. А нас ждет Пузан. Ой, пузырь. Пузырь. Все, к пузырю идем. Сбежать от врага пузырь. Да. Ну давай сначала мы его попробуем на ощупь, каков этот пузырь, что он представляет, какие опасности, а потом сосредоточимся, придумаем стратегию и вместе с вами, ребята, пройдем. Итак, ага, вот это у него морда. Эй, какая-то у него морда такая смешная. Ну ладно, давай, Маргарита. Ага, он пузырьки пускает. Видимо, это не простые пузыри, это какие-то пузыри, которые вызывают неприятности. Они тебя, ну, ты в них попадаешь и погибаешь, да? Нет, понятно. Тебя уносят на небо. О, на небо? Это очень грустно. А потом они лопаются. И ты с неба падаешь. Очень грустно, да. Так, молодец, Маргарита, пока у тебя все получается. Чего там в другой стороне? Так, держись, 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 держись. Есть! Наконец-то мы от него убежали. У тебя аж пятки сверкали, как ты от него убежала. Рита, не надо его бояться. Мы видели, что он всего лишь воздушными пузыриками. Теперь давай-ка ему устроим... сюрприз ему устроим, да? Ребята, а пока мы не устроили сюрприз пузырю, мы устроим сюрприз для вас. Давайте-ка посмотрим, что же там за... Ну, в общем, за сюрприз. Пока Леди Баг и Суперкот воюют, мы откроем с вами лом с блестящей куколкой. Если тебе нравится кукла Лол, ставь пальчик вверх, а я начинаю распаковку. Начинай, Маргарита. Что у нас тут? Белый шарик, в котором должна быть блестящая куколка. Так, где подсказочка? Вот она. Подсказочка есть? Что там в ней? Медалька плюс приведюшка. Ага. Так, хорошо, дальше. Так, это может быть, что она может уметь. Что она может уметь? Да. Отлично, давай дальше. Нас просто ждут Леди Баг и Суперкот. Открывай. Да. Вот им белый шарик видно. Ага, внутри белый шар, отлично. Тут красненькие ботиночки. Красненькие блестящие ботиночки, отлично. Только пакетик какой-то прозрачный. Да. Кстати, ребята, не надо писать, что куколка подделка. У нас просто оригиналы не продаются. Продаются только такие куколки. О, а тут бутылочка. Бутылочка? Вот. Какая? Красивая? С красной штучкой и здесь сама зеленая. Сама зелененькая. Светло-зеленая. Так, да. Ого! Оторвался. Так, какая и красивая. Ух ты, ну открой, посмотрим. Да. Мы еще где-то тут вот не посмотрели. Какой же у нее наряд? Ой, вылетела. Куколка вот такая. Красивая. Во, ребята, смотрите, она блестящая вообще. Прикольно. Так, ну-ка, пятки блестящие? Нет, пятки не блестящие. Держи. Открываем ботиночки. Давай заглянем внутрь пакетика с ботинками. Вот такие ботиночки. Ага, прикольно. Вот такая бутылочка. Угу. Так. Как раз Леди Баг сегодня и Суперкот. Да, они нас как раз ждут. Давай, одевай куколку. Да, пойдем дальше играть. Друзья, получилась вот такая куколка Лол. Кому она нравится, ставьте пальчики вверх. И все, пойдем спасать наших... Ой, город Париж. Да. С помощью Леди Кота и... Ой, Леди Баг и Супер Кота. Поехали. И снова Супер Кот будет бороться с Пузаном.
Ой, с пузырем. Да. А Рита, ты будешь помогать. Наверное, надо будет что-то останавливать. А, ну, мышкой, в общем, щелкать и останавливать. Давай посмотрим. Справимся мы с пузырем или нет. С пузаном. Все, с пузаном, да. Смотри, какой он смешной. Это не пузырь, это клоун какой-то, прям разнаряженный. И ху-ху. Ага, соски какие-то. Щелкать по ним надо. Соски, это такие штучки. А, ребята, это от мыльных пузырей, кстати, штучки, которые, знаете, дуешь и... А, они взлетают. Понятно, понятно. Отлично, Маргарита, молодец, справилась. Отлично. Вот эту штучку. Отлично. Ау! Фух, чуть не попался. Давай сосочку, сосочку. О, не сосочку. Фух, 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 фух. Так, чуть-чуть она по мне не задела. Отлично, отлично, ты останавливаешь. Да. Это очень здорово. Я на пузырь нажал. На пузырь? Он не лопнул? Нет. Странно, пузыри обычно лопают, когда по ним нажимаешь. Бах, отлично, уже 14, ребята. Есть, держимся, держимся. Молодец, Леди Баг что-то там впереди бегает. Как он летает, а? Он левитирует на чем-то там. На невидимой платформе. Есть, пузырь, получи. Это тебе не ого, это Леди Баг и Супер Кот. Ой, наоборот, это Супер Кот и Леди Баг, да. Мы справились с тобой. Итак, забираем Акуму и превращаем ее в милую летающую бабочку. Она ждет Леди Wi-Fi. Ой, Леди Wi-Fi. Правда, мы сегодня сможем от нее только сбежать, а бороться будем аж только в следующей серии. Ну, ты готов к побегу? Да. Ну все, отправляемся к Леди Wi-Fi. Рита, от Леди Wi-Fi будет убегать Леди Баг. Ты готова? Да. Готова? Сосредоточься. Смотри, она сейчас как включит Wi-Fi и все. Так, вот она какая. Кстати, она нормально выглядит, не то что Мистер Пузырь. Мистер Пузырь не очень выглядит, а вот Леди Wi-Fi... Это Алия. Алия. Подруга, она решила спасти. О, давай, убегай от своей подруги. Она замочек делает. О, смотри, она какие-то вайфайки поднимает, они летят. Так, молодец, Маргарита. Аккуратней, аккуратней. Подруга подругой, но тебе надо ее опасаться. Так, 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 молодец. Ага, здесь пока тебе ничего не угрожает. Ага, здесь что-то угрожает. Молодец, Маргарита. О, кот на себя поймал одну вайфайну. Одна вайфайна прилетела ему сзади. Так, не торопись, не торопись. Есть, мы сбежали от Леди Wi-Fi. Молодец, Маргарита, давай. Ребята, вы хотите увидеть продолжение и битву с Леди Wi-Fi и другими супербоссами? Если да, то обязательно поставьте пальчик вверх и напишите в комментариях. Папа и дочь Геймс, продолжайте эту игру, мы обязательно продолжим. И вообще, вам понравилось, что в серии чисто были супербоссы, с которыми мы дрались? Если да, тоже напишите. Задание такое. Ребята, напишите, с кем мы сегодня с Маргаритой сражались и от кого мы сегодня убегали. Первый, кто правильно ответит, попадут в следующую серию. Чё-то я сегодня все путаю. Все остальные, кто правильно ответит, получат сердечко от канала. Так что, ребята, участвуйте, будьте первыми и к нам попадете. С вами сегодня были Леди Баг и Супер... Нет, Леди Баг и Супер Кот, точнее, Маргарита и Рита, и папа. Вы были на канале Папа и Дочки Геймс. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока!